Всем привет! Я Ольга. Мне есть что сказать о себе, но пусть лучше это сделают музы. Поэзия всегда была частью жизни Ольги. Строки ей подсказывает сама природа. Ольга светится любовью к близким, к миру. Самые сильные ее строки о любви. Прошлое и настоящее глубоко трогают Ольгу, и события оживают в ее стихах. Многое уже пройдено, но гораздо больше еще впереди. У меня есть опыт, которым я хочу поделиться. И именно Таврида поможет мне приобрести лучший опыт для дальнейшего творчества.